От бывшего мужа, который живет в одной квартире с бывшей женой, но на квартиру никаких прав не имеет. Унижение и практики из первой ступени «уходи в дождь» и «горят мосты» не работают. Итак, как избавиться от бывшего мужа, который живет в одной квартире с бывшей женой, но на квартиру никаких прав не имеет? Я могу вам подсказать. Вызываете наряд милиции и говорите: «в мою квартиру ворвались». Это очень быстро работает, серьезно. Если у человека нет никаких прав, то это не ваше дело. То есть в тот момент, когда этот человек находится в квартире, начните жить у подруги. При этом позвоните и скажите: по моему мнению, в этой квартире кто-то находится. И я никому ключи не давал, и я не знаю, кто находится. И у меня такое ощущение, как будто туда вломились, и что-то там происходит. После этого эта проблема уже не ваша, а проблема милиции. В моей жизни было такое. Когда-то сдал имущество в виде дома своего. Люди начали жить в этом доме. После этого я сказал, чтобы они съехали за неуплату. Но когда приехал туда и посмотрел, то оказалось, что их живет в доме там, на 200 квадратных метрах там 40 или 50 человек. То есть это было 5 семей, которые привезли по 10 детей непонятных. Там. Они жили и на улице, они жили и во дворе, они и в гараже жили, и они где угодно там жили. Понимаете? При этом то, что было сделано с домом, потом ремонту не подлежало. То есть только костры не разводили. После этого я сделал так, я им сказал: до завтрашнего дня вы имеете право находиться, а с завтрашнего дня вас отсюда выставят. После этого я утром позвонил в милицию и сказал, что я не знаю, но в дом я свой зайти не захотел, потому что там, по-моему, находятся люди, которые хотят или там что-то захватили мое имущество и что-то хотят с этим делать. После этого приехала милиция, всех упаковали и увезли. На этом история закончилась. Скажите, мне это помогло? Конечно. Правда, денег не заработал на этом и все. И я не говорю, что нужно кого-то посадить. Я говорю о том, что в этом случае лучше любых практик может работать эзотерика. Тем не менее, когда и так не получается, можно ли эзотерикой что-либо сделать? Конечно. Пишите на листочке бумаги, пишите: мой муж, фамилия, имя, отчество, со своей бывшей женой, фамилия, имя, отчество, живет в моей квартире. После этого рисуйте квартиру в виде четырех стен. Поняли? Рисуйте на белой бумаге квартиру в виде четырех стен. Сейчас я нарисую. Муж Петя и его жена Галя. Пишу: муж Петя и его жена Галя. А это моя квартира. После этого делаю так. Начинаю рисовать большое количество решеточек. И делаю вот так. Рисую решеточки, рисую решеточки. Делаю вот такой символ каждый день по одному символу. Куда я их деваю? Эти символы после этого я беру, они сутки лежат, разрываю, в ведро выбрасываю. Новый символ рисую. И делаю так каждый день. Я вам говорю, если вот так вот делать, вот так заштриховывать, причем чем меньше будет вот эта решеточка, тем лучше. Очень быстро этот человек не сможет жить в вашей квартире и, скорее всего, переедет и больше вам мешать со своей женой не будет.